Всем доброго времени суток, друзья, и добро пожаловать. Играем мы сегодня на полигоне в Кадыге. Погодка довольно-таки пасмурная. И приехало меньше народу, чем было запланировано. Поэтому организаторами было принято решение сыграть несколько мини-игр. Ну и чтобы мне тут не замучиться рассказывать в каждом мини-сценарии, что и где нам надо было сделать, а вам это все выслушивать. Так что просто давайте сфокусируемся на игровом процессе, насладимся нашими пейзажами, ну и несколькими хедшотами. И вот уже с угла соседнего здания послышались выстрелы, поэтому я решил нырнуть в укрытие. Сегодня, как вы уже заметили, я буду снайперить. На мне надет гелик моего собственного изготовления. В руках у меня, опять же, моя винтовка от Новрича SSG-24. Стрелять буду 0,45 шарами. Да, и выхлоп 190 метров в секунду. Мой электроглок находился все еще в ремонте, и дабы не остаться бесполезно в ближнем бою, с командника я взял на игру погонять пистолет. Это Хайкапа, производитель ВЕ на грингазе. Ну и пора разобраться, кто там хулиганил. Оба в этом в проволоку долбим. Но меня, честно, не попало. Довольно забавная ситуация здесь получилась, что я высадил полобойму, что соперник дал очередь, но ни один шар не достиг цели. Все, мы попадали в эту колючую проволоку. Гранатка сделала свое дело. Бед? А я остался без прикрытия, меня обошли и пострелили со спины. Бум, прямо в нос, прости, друг, но такова игра. Того снял спереди. Было много новичков, и игра проходила довольно-таки вяло. Люди не особо хотели атаковать. Ну и хорошо, пускай хоть оттуда продавят. С командники передали по рации, что намечается атака с другой стороны, и я пошел их поддержать. Сразу за углом, да?
Вот почему мы носим очки. Ага, да-да-да. Есть, я снял его, снял. Откуда? На угол. Там сейчас должно быть чисто. Я там двоих снял. На угол, на угол. Быстрее давай, за него туда. Прямо под угол. Меня к стенке ближе лучше. Обед? В этом эпизоде у противника за воротами сразу же был мертвяк. Оттуда должен был войти VIP, которого они должны были сопровождать. И я решился остаться и проконтролировать все это дело. Но потом мне стало скучно, я все же их немного патрулил. Там было бесполезно бодаться, поэтому я отступил. Я его убил. Возле торца здания снял этого. На углу прямо я снял этого, на углу здания. Так, это убил я вилку. Я одного снял, впереди там еще один сидит. На углу этого снял.
студент подходил, я его снял на углу. Шар удачно отрикошетил. Ну а на сегодня это все. Хотелось бы установить с вами обратную связь. Напишите в комментариях, что понравилось, что не понравилось. Поддержите лайком. Подписывайтесь на канал. С вами был Гиас. Всем пока.